перехватишь. Это понятно, блядь. Просто, блядь, почему его взрывают? Я вообще А вы друг друга переагриваете? Ну, я переагрю четвертого, последнего. На пол идет в меня, блядь. Ну, да в пизду, хули объяснять, нахуй. Ну, вот кто сорвал, нахуй, вот первый и второй раз, поставьте в это, плюс в рейд, нахуй. Вот, ну, вы должны знать, кто сорвал, нахуй. Вот тот, кто срывает, он должен понимать, что он мудак, нахуй. Что у него нет омена, нахуй, или еще чего-то нету, блядь. И все, больше тут не надо, нихуя, ну... ну, потому что люди, нахуй, уничтожили просто рейд весь, нахуй. Я когда играл фуриком, срывал духов, нахуй, я в бок вставал, блядь. Один раз так получилось, что я сорвал, блядь, он на меня дыхнул, блядь, не убил. Но если бы он дыхнул, сука, в рейд, упало бы пол рейда, как у нас падает. Второй раз подряд, нахуй. Всем, кто сейчас в рейде, я не знаю, ну, блядь, вроде говоришь, вроде понятно, да, блядь. Должно бы дойти, как бы. Так, Вадикон, на еще тебе пачку. Вадикону обмен кидайте на саппорту. Да я хули чекну, нахуй. Сейчас, блядь. Сейчас демонстрацию экрана дам, нахуй. Вот, смотрите, блядь. Так, это что, это вчерашнее? Так, вот это. Чтобы починить, у меня, короче, такая же фигня. Так, где у нас там? Король лич, 40%, вот фаза пошла. Так, дух какой, не знаю. Вот все лежат. Сейчас вернем назад, нахуй. Это второй вайп у нас. Так. Ну-ка, сейчас ускорим. Ага. Вот бы, вот. Так, это где-то 0. 7. Так, 0547, давай. Так, это вот, вот последний дух получается. Вот последний дух, да, вот все давай. Все же напуливает. Давай, вот замедляем. Замедляем два раза. И смотрим. Вот смотрим просто, блядь. Вот ну, смотрим омен. Было сказано, что все пуляем в этого войда. Мы распределились даже по духу. А что Сэджи вот на первом месте, почему? Ну вот смотри, смотри. В смысле, я напулил? Подождите, блядь, вы смотрите вообще видео. Вот сейчас смотрите. Вот Big Brother пишет, значит, ДБМ, а, Big Brother, вот, топа на первого напулил, Валфар на второго, Седжи вот третьего. Вот теперь на третьего КД должно пройти у топы, нахуй. Вот, вот по сути, вот дух уже, нахуй, сколько у него ХП снесено, напула топы сейчас должен быть. Либо он есть, либо вот он, смотри, вот он. Но он напулил на Седжу. Все ясно, нахуй, кто вайп. Да-да, я говорю, вейп куда-то пошел. Так третьего Валфар, блядь, напуливает, нахуй. Ты про это говорил? Так, я ладно. В него... Хорошо. Хорошо, теперь послушайте еще раз, пожалуйста. У меня терпение очень дохуя. Вы это сами все знаете прекрасно. Я пока еще не сгорел, блядь. Все заебись. Теперь я расписываю еще раз. Вот смотрите, откройте мой стрим, пожалуйста, уважаемые Трироги. И послушайте еще раз, что я попрошу вас сделать. Вот сейчас я увидел противоположное то, что вы просили, то, что вы делаете. Вот вы напулили три духа, а четвертый вы напули... Тофа напулил на Седжа, нахуй. Это ну, блядь. Третий дух был, а не четвертый, блядь. Это третий. Это третий дух. Это третий дух. Это должен напуливать, блядь. Это третий дух. Договорились, что я второго, топа первого, третьего, Лафар четвертого, когда он будет на второй фазе духа. Нет. Точно? Нет, я да. говорил, я говорил топа первого. Да просто у и топа ебаный макрос в и четвертого. Все, блядь, триксы но это нахуй третий на меня. Дух. Просто убери ну-ка, оттуда подожди, ну ка, ну-ка, подожди. Это... Вот я сижу, хоть и выпил, да, и я вот точно помню, что говорили, что первого напуливает Седжа, второго топа, третьего напуливает и Седжа, и Валфар еще для кучи, то есть Валфара не назначали отдельно напуливать, его назначали для кучи к человеку, который напуливает, то есть топа и Седжа не меняется, первый, второй, а Валфар просто для кучи напуливает, то есть третьего мобает четвертого. Да, мы потом, короче, понятно, все, короче, все заебись, все это охуенно, мне интересно, блядь, кайфово, сейчас я буду в блокнот писать, сейчас, может, так дойдет. Вот смотрите, это все охуенно в этой ситуации, напулы есть, да, вот они, третий ну, дух, напул, ты сказал. Но напул топы в Седжу, это просто вышка, нахуй, просто смотри момент вайпа, вот, вот он замедленно в половину, да, смотри момент вайпа. Я не вайпа. Смотрю, я и так, это, ну, типа, понял. Ну, так вот, ну, просто топа вайпнул рейд. Ну, Седжу, да, сливает. Ну так он на пул на него дал, топа на Седжу дал на пул. Смотри, просто минус рейд. Там хуяк, 15% от ро передается ну. моментально. Ну, кайф, да? Охуенно. А у топа ДПС видишь какой? Ой, блядь.
Я не знаю, что с вами делать. Я просто, я не знаю. Из макроса бурста уберет мой ник и все. Хорошо. Ты сам говорил, третьим должен напуливать Валфар. Я тебе сказал то, что мы не успеваем через это. Хорошо. Там, нет, по нет, идее, меня... я крайний, блядь, в итоге остаюсь. Нет. Я ДПС пытаюсь больше добавить. Нет, ты можешь просто не напуливать. Ну, как нет, бы, нет. Здесь они не успевают столько набить урона, чтобы агро держать до конца. Пиздец, нахуй, я тебя хуеваю. Я сейчас еще раз спрошу, сделайте, пожалуйста, напул не в Седжу, а в меня сделай. В следующий раз в меня сделай. Хорошо, открываю этот текстовый, сейчас напишем, может быть, так получится. Сейчас каждому напишу, блядь, напулы. Значит, смотрите, первая переходка, переходка, первый дух топа. Второй дух, дух Седжу, третий дух Валафар. Так, вторая переходка, переходка, первый дух. Давай по-другому сделаем. Топа, нет, тихо, только так будем делать. Второй дух, дух Седжу, третий дух Валафар. Так, четвертый дух топа. Так, и у кого откадешивается в этот момент, получается? У Седжу, да? Ты, блядь, ты сейчас усложняешь. Пойми одну вещь. Типа, один рога в любую фазу может напулить два духа. Например, ну, первого, третьего, второго. Вот, все правильно. Теперь... То есть, блядь, ты слушай меня, что я говорю. Это пиздец, нахуй. А то я это не знаю без тебя. Ты мне что хочешь объяснить? Вот давай, смотри, я сейчас задал вопрос. Ты напуливаешь. Ты дашь мне сказать? Это пиздец. Ну хуй с ним, говори, давай. Что я там не знаю, интересно. Давай, я на всех фазах буду напуливать первого, третьего, топа, второго. А Валафар просто по КД будет в тебя напул отдавать. Всегда. Чтобы у тебя было всегда агро. Окей? Нет, мне не так надо. Мне надо, чтобы напул, который ты дал... На пул, который в меня сейчас дали, один дал на пул в меня в духа, а второй в рогу дал. Чтоб такой хуйни не было от слова совсем. Ну вот откройте, откройте, открой, да, макрос, это, ну, само да собой. Да убрал я его, убрал, вот, все оттуда. Все. Пожалуйста, сделайте. Все вот, всегда будем пулить в тебя. Один хрен они не дамажат. Я еще раз говорю, пожалуйста, откройте видео, которое я стримлю. И сделайте так, как я написал в этом ебаном блокноте, нахуй. Плюс Седжу. Вот хорошо, сюда. Открываю, твой плюс стрим. Седжу. Вот смотри, пожалуйста. Первый дух, первая переходка топа. Второй дух Седжу, первая переходка. Третий дух, первая переходка Валфар. Вторая переходка начинается. Топа на первого напуливает. Ты второго напуливаешь на меня, Валфар третьего. И четвертый дух выходит, и топа откадешился. И ты даешь меня на пул. Вы оба даете на пул, чтобы он вообще никогда не сорвался. Чтобы там, блядь, можно было в носу ковыряться. Вот, вот так, пожалуйста, сделайте, пожалуйста. И все хорошо будет. Окей, ребята, я второй дух и четвертый на второй переходке. Сейчас, на всякий случай, я скопирую это во флудилку, чтобы блокнот не открывать лишний раз. Вот, скопировал. Если что, можно будет подсмотреть. Или запишите там все. Ну, запомнили, надеюсь. Вот. Потому что мы второй раз падаем, как дауны. Ну, на этой хуйне такого быть вообще не должно никогда. Ну, на полурогу. Ну, я... Все, пизду. Прошлое я не буду даже смотреть. Времени так я и так забываю. Так там же, скорее всего, то, что... Вы имейте в виду, ребята, пожалуйста, вас просят, пожалуйста, сделать. Я, ну, по-нормальному уже прошу, пожалуйста. Давайте так сделаем, и все, сделаем, убьем, блядь. Я устал уже говорить. У нас есть Ока и ЗС, надо туда сходить, там интересно, блядь. Давайте Фели этого пидора убьем. Только давайте сыграем хорошо, блядь. Я не люблю щиты. Какого хуя он прохлаждается, блядь? Где он там? В игре вроде был. Все аддоны слетели к чертям. Ебать, пиздец. Я сейчас сижу, пытаюсь сделать... Быстро это все решай и заходи в игру. Все, проверка. Да Борианти сейчас в шипы спекнул. У нас шипы слабо играет. Ну, слабый как играет, но Борианти побольше немножко дает. Принимаем. Запускаем. Понимаете, блядь, трай... Бой с боссом идет, блядь, 17 минут. Вот эти 10 минут напряженно, блядь, пизжу каждую секунду, что делать. Стараюсь, блядь. Чумы, эти ловушки, все это говно, блядь. И такая хуйня, такой облом. Старайтесь, пожалуйста, тоже. Сапроты обновить его, масла. Сапроты его Вадикону дал, у кого кончилась банка. Возьмите ему обмен, дайте. Настойки. На сурке понапуливайте, ребята. Ну или там, когда это... Не духи только будут, когда лич уже будет.
Я сейчас отключу стрим, нахуй, то мне, может, из-за него лагает, блядь. Три секунды боя, приготовились. Пробегаем. Ловушка с чумой, секунда. Пробегаем. Чума бегдем. Чума флекс. Балафар грубо флекс. Ловушка 2 секунды. Пробегаем. Кто? Притон, братан, не стой так, пожалуйста, больше. Это очень опасно. Ловушка с чумой, одновременно 3 секунды. Пробегаем. Дикон чума. Ловушка 2 секунды. Бегаем. Кастует, смотрите. Так. Ловушка с чумой 3 секунды. Готовимся. Пробегаем. Чума бигдем. Сдиспольте с него. Притон, блядь. Ты тут? Только не говори, что вылетел. Ловушка, пробегаем. Притон, плюс они в рейд. ДПС надо. Пробегаем. Падать вообще никому нельзя, валик нельзя отпускать, минус один, идем, пробуем. Притон, ты тут? Алло. Пробегаем. Кош, где он там? Ну а что, выносить не надо, что ли? Не валить. Хуею, блять, Валафар. Почему ты не выносил-то? Секунду, ловушка. Пробегаем. Нет, вроде бы чумы. Притон. Есть, есть, есть. Выносите. Чуму вынесите с рейда. Вынесли? Угу. Ну, я, наверное, блинканулся. Притон, братан, ты тут? Напишите в чат, ему он тут, нет? Вылетел. Пиздец, блядь, сука. Подруид инвалиду создать. Ты пока придержи СС. Надо, оставь СС в сумке. Будет вторая переходка, если валик пройдем. На меня дашь. Так. ДПС по валькам. Все три расхуяриваем быстро. Через треугольник старайтесь играть, это airdrop. В принципе. Все, скорее вышли право-лево. Вот. Отошли и добиваем. Все, и лича играем. Все, вальки висят, просто играем лича.
сюда, между глыбой и лужей полетим. Значит, будет вальки и искоренение одновременно. Самое трудное. Сначала визуально смотрим, где черепок, потом фул по валькам играем. Вышли милики, секунда искоренения. Череп. Валик бьем. Блять, зачем вы выносите на пути? Фул по валькам. Две вот эти вальки надо разбить. Это чисто вот для сведения, нахуй. Это не значит, что они улетели, нахуй. Алло, блять, встали, бьем. ДД уже должны были пол хп им снести. Стан быстрее, обновлять еще стан. И бьем. Сильнее, блять, весь рейд бьем. Что-то выкинул, что ли? Нет, вроде. Нет, нет, все нормально. Хорошо. Сначала лужа, 2 секунды. Лужа. Лужа, смотрим внимательно. И потом возвращаемся к личу в центр. Смотрим черепок на ком. Так, быстро. К личу, к личу, к личу. На другую сторону. На эту сторону идем. К личу встаем быстрее, на другую сторону. Быстрее к личу встали. Захильте. Нормально, хорошо, что добили. Фул по валькам. Фул по валькам. Изо всех сил верим. Значит, пока хуярим, еще 5 секунд. Все, милики, готовьтесь выходить. Оскорнение. Не налейте оскорнение под валик. И замедление, все по валькам. Так, черепок вышел. Не, блять, не бьют ни хер. Че, вынесло кого-то или че? Да. Да, ну, скинул. Водикон инвизибла ресы. Вставай сразу, фулбаф. Значит, пошли к, это, к личу быстрее, к центру подошли. Сейчас вальки и искоренение 5 секунд. Все, разбегайтесь, искоренение. Разбегайтесь быстрее. Вальки схватили. Все, черепок, смотрим. Зыбку дал. Шадоу на хп дай. 5 в разные стороны полетели. Вы понимаете, да, что их до 50% только надо бить? Стан есть, нет? Нету. О, успели. Так, оскорнение. К личу идем. На сторону портала будем лететь примерно. К личу вставайте. Вплотную к личу, блядь, быстренько. Чтобы дольше вальки несли вас. Валик фулл ДПС. ДПС быстрее. Милики, которые две, РДД, которая одна, свич. Оскорнение выбежали. Секунда оскорнения, черепок выбежали из-под валик. Центр тоже, все нормально, валик продолжаем. Добили там, нет? Да. Захильте, за... ну заражение, захильте, ну захильте людей, вы видите у них хп, блять. Ну бабл, нажми, Вилания, блять. Нажал. Сука. Ну сам можешь себя хилить. Мэтфок срезает друида инвалида. Намажем сильно. Захильте, захильте. Ну быстрее поднимайте рейд. Валик хватает. Дотым вешаем. 2 секунды искоренения. Вышли. Ну захильте вторую пати. Ну ебаный в рот. Ну вы видите, нет. Искоренения отошли. Вигдема, Седжу захильте, блядь. Валик дамажим. Передняя летит. Ну разбейте ее. Ебаный в рот. Не хилится. Вообще какая-то хуйня, нахуй. Падайте, прыгайте с платформы, нахуй. Пиздец, бля, я похуй, нахуй. Как играть, ты, бля, ладно. Всем привет, если что, тут. Заходи. Угу. Сука, у меня просто нет слов, нахуй. Не скажите, пожалуйста, вы сапрот не пьете или как? Ну, почему так, нахуй? Это пиздец. Да не ю сапрот. 51 минута. А, там ДД под этой, под ДДшными, нахуй. Нахуй сопроты раздает, вот. Просто хуйней занимается, да, наверное. Вы понимаете, что процентов на 10 урон снижается, блядь. На вас дотка тихает, тикает, вас не могут захилить хилы, блядь. Нахуй, хули 10% хилам, это ж хуйня, нахуй. Может мне шмотку снять тогда, чтобы нормально играть, как и вы тоже. Чтоб, блядь, пробивало на 10% сильнее. Не знаю, там. Мне просто интересно, блядь.
Я же говорю, под сапротом его хуярил. Нам надо будет сейчас идти. Нам надо будет идти сейчас на робота, магический босс, блядь, и здесь. 80% боя, нахуй, первая, вторая фаза, это заражение, блядь. Лич умирает на третьей фазе, там 20% боя, блядь. Нужно быть под сапротом, чтобы заражение било меньше. Мы выпили ДД, блядь. Почему вы так делаете? Да тут тоже под сапротом бьет, блядь. На 10% меньше бьет. Это так похуй, да? Ну раз похуй, ясно нахуй. Нет, так я про то, что я под сапротом, типа я был на лоу, блядь, хп все время. Потому что по другим, блядь, хуя, ну в сумме посчитай сколько, они не поднимают вас, 6 хилов. Либо они ебланы совсем, блядь, либо я хуй знает. Вот открываю хпс, синтек 4000, абсорб не вижу сколько, линканите с абсорбом. Тыкните на шкаф. Друид инвалида у этого по 4, у бидона 5. В рейд чате с абсорбом. Да, это какая-то хуйня полная, нахуй. А не ФПС, блядь. Блядь, мне просто интересно, вы... Я не знаю, как вам уже обратиться. Друид, инвалид, Мэтфокс, что скажете? Почему они умирают? Сапрот им выпить? Пейте сапрот. Кто там по ДПСу? Продекс мало, нахуй. Не люблю щиты, ты где? Хз. Ну, типа, друг. Ну, в принципе, можно попробовать. Не захили, там 7 секунд длиннее было. Вот. Так, а Продекс. Ну, хз. Это вот пал. Ну, Закханыч есть еще. Ну, с налипой вроде бы. Ну да, где-то лича в 3 хила захиливают, тут 6 не могут. Где в 3 захиливают? Ну, умеешься все равно в 3 хила. Ясно. Кого свичить, я не знаю, но Рогу я не буду свичить на пол. Декам? Кого поменять? Я свичнул тебя. Так, Мэтфокса. Будет лучше, если вместо Шаду... Нет, Шаду дамажит. Даст Мэтфокс больше его, нет? В сове. Мэтфокс, у тебя проходка есть ли сейчас? Я не рассвета. Глянь быстренько. Он есть у него. Есть вроде у него. Все, идите почильте. Так, попробуем сейчас. Подожди, они сейчас не вышли. Подайте портал маги. ФПС вы хотите от нас увидеть? У Гламурчина 2 миллиона только по Войду исцелено, а Рианти он ДЦ, у него 4 абсорбера. Да, братки, сапрот, пожалуйста, милики, сапрот. Ну вторая апатия, я сейчас видел, просто обрыгивалась нахуй. Просто, блядь, 20% хп и вас никто не хилит нахуй, я не знаю. Или они не перебивают, не могут перехилить. Там, по сути, должна прилетать цепуха. Подъема вообще не видно было, блядь. Цепуха, буйные росты, блядь. Три эрдрушника было. Не люблю сейчас в холике, нахуй. А, нет, подожди, нихуя. Да нет. Ну, пожалуйста. Тихо, тихо. Ну, Рианти, блядь, не ДЦшник. Мэтфокс обратно. Шаду на замену. Мэтфокс в эрдру. Вот. Ой, так нормально пошел, будет. Пошел ты отдыхать. Совсем нахрена. Да, давай. Давай. Так, Шаду. Ну, бля, я не знаю, кого лучше будет свичнуть. Вара, что ли? Кирсори может убрать тогда? Мне кажется, Зокханыч, это кто это? Чел с 0 ЕП? Новый? Да, ну, нет. ДК, третья апатия. Да. Ну тогда, ты чем лутать тут? Какая разница? Он 26к дает. Ну, он на лям больше дает, чем Шадо. Ну так он по валькам играет. Чумка. Не, 6 лямов. Все, а все, Шадо почилит, ничего страшного. Давайте. Он играет, блядь, все нормально делает. Лечу. Так, не, если прям надо, я могу уступить, мне без разницы вообще. Надо лича убить, а не заступанием сейчас заниматься. Где эта хуйня заебала уже тут сидеть, блядь. Где Шалфир? Ну нет, смона. Пиздец, блядь. Да, ты в ШП. Также три эрдрушника у нас, ДЦшник, блядь, нормальный, мощный теперь, который уже знает, как играть. Ранти просто у него, ну, он в ШПшнике больше играет. Сейчас у нас, это, два нормальных ШПшника сильных. Шадоу там 16 на сурке дал, Ранти 20, Шалфир 25, блядь, 22 или сколько там. Есть разница. Ну, при чем тут хуйня? Не, это не придумаю. Все, проверка.
Ревист. Давайте, ёбаный в рот. Ну время-то идет, блять. Хули АФК постоянное вот это. Да понятно, просил. Вы до комнаты заходили сегодня? Нет. Ну как сказать, нахуй. Два раза дух дыхнул в рейд, и там комната лично засасывает в комнату, но уже хули минус 15, нахуй, уже похуй на комнату. Равист. Как дела? С такими отходами, конечно, блин, я не знаю, нахуй. Он сказал быстро бело. Минут 5 срочно. Пиздец, блядь. Че за чит две тринки одинаковые? У Рависта? Он ренегат. Да, там одна альянс, другая орды. Да, власть мертвых и власть неживых. На форуме уже спрашивали, сказали, так можно. Там-там-та-да-да-дам. Начинается, блядь. А вот и паровозики подъехали. Ну а хули паровозик. Нахуй, мы просто стоим в потолок, смотрим, блядь. А это ты что ли? Ебать, мы бы его уже раскатали нахуй. Просто прям я чувствую нахуй. Или, блядь. Провозники, блядь. Кайф. Собачий кайф. Все, просерился. Давайте начинать. Просрался? Расселился. Сколько попыток у кого показывают? 28. А мне все забагалось, но. Запускаю. Ничего не работает. Че не работает? А, все не работает. На на приборах иду. Чинтек, нахуй, ты пиздец, конечно. А я че? Ты дрочишься как ты, нахуй. Кадр в секунду, нахуй. Ой, синтек, блядь. Хорошо, Мутфокс. Хуёво, конечно. Там тень рассвета надо, а не... Да, там не это. Там надо просто лича убить. Опа. Пиздец. Не надо так было делать. Нету слов нахуй. Что произошло? Да так, на нахуй, на пулю хотел. Мутфокс, иди ресы его, ищи ресы. Улетели. Я рот ебал нахуй, прыгайте вниз. Да не резай его, ёлы-палы. Все, он уже резнул. Бал я такую хуйню нахуй. ГП за АФК, блять. Масрез есть у кого? Конкретно уже заебало, блять. Роги нахуй, и кто там, Волфар в частности, никогда никто, ни хил, ни танк, никто нахуй не встает возле лича, блять. Он ближайшую цель атакует нахуй. Ну танка не убьет, блять, ну никогда так не делай больше. Что привело
Стойте, не бегите, блядь. Меняйте меня. И чё у тебя? Ну, я же предупреждал, мне отойти надо. На сколько? На минут 20, уже чуть больше. Давай. Санду плюсуй. Где у нас остальные игроки? Тут кто-то зашел еще? Рога не зашел. Там Эдфокс еще вроде как последний трай. Пару последних. Эдфокс. Вот Фокс, можешь идти. Лаша зашла. Ясно, нахуй. Так, Седжа потом зайдет. Так. Спека тебе анти в шипы. ДЦ. Гляньте. Давай спекайся. Посмотрим с холиком. И синтеком как будет. Валфар, ты где? Где Валфар? Покинул тело, зашел в инст, наверное. Да, наверное. Чего у нас с Рогой? Не знаю. На кого ты меня хочешь поменять? Кого? Не, Дарк. Ну че же был? Герри, ну я смотрел, как вы проходите. Сейчас будешь проходить. Принимай сумму. Мне? Конечно. Жрите рыбу. Сейчас не будет. Цапрут его дикона. Лингрен в ретрика. Кого вы взяли? Вилаша на трэше. Диспелить надо будет, Вилаша не забывайте. А кого дикон? Бля, какой почти. Ну, сама прыгает. А, вижу. Виланю поменяй с Миддарком. Вот, вторая, третья пати. Да, я знаю. Не-не-не, нихуя, пусть он там захиливает. То у вас хилы слабые, блядь. А, у него объятия не вкачано. Ну вот. Поанонсишь перебежки? Да не, нахуй. Можешь тогда закинуть Рянти в четвертую пати за место Синтека? Ну, а, просто баф. А, закидывай. Не шарю. А что там двор дает какой-то баф? 1% хосты. Ебать, было 3 на пула, теперь 1 нахуй. Как дела там, блядь? Я хуй знает топа, блядь. Ну я через одного буду напуливать. Так понятно, блядь. Пизда нам, пацаны. То есть первого, третьего, второго, четвертого потом. Так, запускаю. А что, все в одной пачке же, да, стоит? Не задавай вопросов, просто делай как все, и все. Просто хуярь. Спокойно. Мы тут такое видели, нахуй, что уже ничем не удивишь, блядь. Кринж, это контент, да. Я в процессе поел, пока все покашляли. А чё вы сейчас поход делали? А чё вы ДЦшника убрали, блядь? Спати. С тотемом, так... блять. Как он ману будет резать? Ну ладно, похоже. Никого не так критично. Да им всем похуй, понимаешь?
А, кто Мидарка закинул? Ты нужен. Чё? Мидарка кто закинул? Третью пати? Не знаю. Воид. Так у него же нет там объятия, там или чего, поэтому. Да и так он там нет таланта вкачанного. Да все, поебать. Он хилить может. Все, похуй, смотрите на 5 секунд. 3, 2, 1. Выбегаем. По ворлду сальво варник. Пробегаем. Пробегаем. Навелась. Авелания сальву по ворлду. Да. Да. Авелаша, Shadow Knight. Диспел его. Где-то вредит, наверное. Лушка 2 секунды. Убегаем. Будьте готовы, чуму вниз. Сейчас будет чума, смотрите, прям за стол перешел. Чума с ловушкой одновременно пробегаем. Видели, где ловушка? Дальше, дальше. Вернулись к личу. Ловушка секунда. Пробегаем. Ловушка с чумой вместе 3 секунды. Пробегаем. Гламурчен сальву по шалфиру. Любишь? Люблю щиты. Ловушка 2 секунды. Пробегаем. Чума с ловушкой вместе 3 секунды. Готовимся. Бегаем. Лингрен сальву пошел фиру еще, да? Курсори. Курсори. Заебал нахуй. Все, убежал. С духами осторожно, не бейте лучше их нахуй. Смотрите Воман, блять, скачайте Воман все. Чуму Савелаш. Так, Авелаша, смотри, там вот наготове и стоим вот так вилочкой, нахуй, чтобы если дыхание было, у тебя чтобы это не было сала от него. Третьего заберешь, короче. Второго сам возьми. Третьего полностью. Если есть топа на пул, то третьего на Авелашу. Че у тебя там, макрос? Ну смотрите, аккуратно, просто послабее по третьему. Сейчас очень осторожно с игрой играем. Да не, все нормально. Так, второго разъебали нормально. Мифик, ёбаный в рот. Все, полностью Вилашин. Вумен, смотри, чё. У меня на персональный не есть. На Вилашу. Смотрите, не сорвите. Аккуратненько. Да я на пуле. Все нормально. Сферу играем. Переходка. Сферу вбьем. Так, фул ДПС. Лича больше. Верим. Так. Блять, обход, сука. Три вальки хуярим. Где замедление, блядь? А ты думаешь, они без него? Бежачка. Сквернение.
Это хуйня, нахуй, не осквернение, блядь. У кого там микрофон, нахуй, вырубите активацию, блядь. Кто там дрочит, блядь. Перебегаем на другую сторону. Сейчас будут и осквернения, и вальки. Это все на этом полукруге должно быть. За кольцо вынести осквернение стараемся. Смотрим, где черепок, и потом... Да кто там дрочит, нахуй? Синтек, нахуй. Хватит. Простите. Дрочиться, блядь. Да, блять, обход был. Вышли, секунда осквернения, вышли. Вот, все, валик, теперь валик, все валик, быстро. Да не бей, Вадикон, не бей это. Мифик, где по центру, да, летит? Вот эти две бьем, блять, алло. И вторую, нахуй, фулл хп летит, нахуй. Как дела у вас? Вот, бьем. Следующее, значит, осквернение, добили, все, лича теперь, свич быстро. Лича хуярим. Так, по агру нормально все. Сначала осквернение, в центр его не налейте, блять, к порталу или вот сюда, к краю. И потом в центр идем. Секунда осквернения. Заражение сейчас. Черепок отошли. Идем. Идем. Так, между лужами лететь. Ну ладно. К плечу подойдите. К плечу ровно. Не, блядь, не, не так, как ты, сука, синтек стоишь, ты так в лужу полетишь. Все, две вальки только бьем. Одну лока схватила. Быстро две вальки дезергаем и лича хуярим. Лич рядом с вальками. Кливаем. Все нормально. Теперь осквернение 5 секунд. Разошлись. Центр не залить. Глыбу или портал наливайте. Так, черепок. Где он? А, все хорошо. Идем. К личу. К личу подходим. Пизда, мне твои нахуй. Встаем к личу, хуярим. Вызов вальки, 3 секунды. Валик разъебываем, прям хлам. Локи там порталы, представляете, если что, смотрите. Так, схватила. Вот эту одну, которую я схватил в центре РДД, все свич, милики две вот эти. Или сколько там? Так, это осквернение вышли. На ком там. Все, отлично, валик бьем. РДДшники, там две даже их. Пошли туда, валик бить. Валик, валик, сюда все пошли бить их, разбиваем. Наши челики летят. Все лича, 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 лича. Еще волна, наверное. Так, что там сейчас, пятая, да? Давайте, значит, встаем как на вторых. В эту сторону, в сторону квадрата. И вальки, и осквернение, смотрите. Все, вышли с центра, осквернение секунда. Смотрим, где череп. Вышли с черепа, вышли, бежим от него, бежим. И самое главное, валик бьем теперь. Не бейте вот это, я прыгну сейчас. Так, вот это, которая быстро полетела, да? Захильте. Да сука, захильте. Ну, что вон... Один бьет. А что, вон тебе бить будем, нет? Алло, нахуй, рейд, глаза где у вас? Вот эти, чё, почему они тут летят? РДД, блядь. Стан быстрее. И вторую, вторую свич. Быстро, быстро, еще стан. Замедление и хуярим, фулл ДПС, блядь. Еще походу волну бомбить. Теперь смотрите, осквернение. Я переведу на другую сторону. На другую переходим, осквернение, и на другую сторону переходим. Все, это к личу перебегаем на другую сторону. Быстрее все ксасываемся к личу. На другую сторону. Беги сюда, быстрее. Все, к личу встали. Да, наверное, бить будем. 2%. Не хочу это самое рисковать. Хорошо. Бьем. Бьем вот этих валик всех. Все три вальки бьем быстро. Всем бить валик. Лича 1%. Перевести нехуй. Осквернение 2 секунды. Вышли из-под валик. Блять, бейте нахуй. И ту, и другую, и третью. Рарник, он вылетел. Ничего страшного. Бейте, хуярьте, блять, вальку. И вторую, и эту тоже хуярьте. Алло. Туда били. Все, сюда к личу ближе идем. 0.5% у лича. По личу, фулл ДПС. Быстрее. Ну, вальку-то разбейте. Все, переходка. Готовимся. Все, сейчас, значит, моя незыбка будет. Дал незыбку. Масса кру, мастер аур налет. Запрыгиваем на край, быстрее не сдохните. Там синтек, сука. Отдал гимн. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Стоим вилочкой. Смотрим на Омена внимательно. Равист, осторожно. Притон, мифик. Тормозните, притон, мифик и равист, нахуй. Побейте сферки. Братки, блядь, пожалуйста. А скинул. Так, это Вилашин. Смотрю, агро егошнее. Бидон, да ВТТ. Бейте, бейте, нормальное агро. Так, третий мой.
там хуярим. И четвертый Вилашин. Четвертый не трогайте, только третий пока хуярьте. Ну, а Гром, блядь, тоже. Ёвая. Этот, Wordflex, тормозни. Тормозни, Wordflex, сферы побей. Так, четвертый пока не трогай, третий добиваем. Все, сейчас, сейчас четвертый забыли дух. И все в сферы, быстро, все в сферы. Вот эту ближнюю и вон ту еще одну ебаните. Все, как только сферу ебанете, все, потихоньку по духу дотайте. Дотайте духа. Все, комната, сейчас за звездочкой бегаем. Внимательно. Выйдем, духа добьем. После комнаты по тебе, СС? Да. Звездочку собираемся. Звездочку, идем за звездочкой. Идем за звездочкой. За звездочкой идем. И налево идем. Уголок. Быстренько пробегаем эту бомбу вперед. За звездой. Сука, не отставайте. Бегайте нормально в звезде. Не за, не перед, а в звезде. Пожалуйста. И тогда и заебись будет все. Потому что надо будет иногда, ну, когда-то я медленно иду, чтобы хилы прохилили цепухами. Там. Вот две бомбы спереди хлопают. Мы стоим вот тут в стеночке. Вот одна сейчас хлопнет, и мы побежим. Дух. Хлопнула, побежали звезду. Блять, это назад, назад, звезду вот сюда в угол встаньте. Все, теперь побежали. Побежали дальше. Все, выход, осквернение разбежались, осквернение разбежались. От черепка и дух объем. Перед ебалом духа не стоять, уебки. Все, молодцы. Не уебки. Да просто перед Иваном столько людей было. Так, я не знаю, куда он ножнец. Ярим это все, клеиваем. Все, дальше все как по накатанной. Все одно и то же. Давайте Геру сейчас. Значит, сейчас будет оскорнение, потом призыв духов и комната. 40 секунд как раз. Вот оскорнение, 5 секунд. Готовимся, милики. Немножко по разряжению встаньте. РДД, немножко по разряжению встаньте. Вот. Секунда оскорнения. Выносим черепок. И бьем лича. Бьем. Вышли. Вышли. Сука, не топчитесь в ней, нахуй. Все, бьем. Истерию надо? Ну ладно, потом уже. Так. Хорошо. Сейчас будет комната. Немножко на центр его отведу. И все в комнате то же самое делаем. Внимательно только на звездочку смотрите, блядь. Внимательно, ребята. Все, хилы, все, заебись. У нас хилы прохиливают. Ману там, смотрите, все закидывайте. Все, звездочки бежим. Также на портал бежим. Прогрузились. Звездочку нашли. Бежим в звездочку. Бежим налево. Духов бьем. И тех, которые над нами, над головой, чтобы в голову не припали. И слева, которые, или, и которые на нас направляются тоже. Пробегаем. Все нормально. Сейчас она хлопнет. Все, побежали. Проходим. Вот. Так, бомба спереди. Сейчас она хлопнет. В звезде встали вот тут в стене. В стене встали, в стене встали, в стене встали. Сейчас хлопнула. Пошли, 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 пошли. Пошли. И за угол. Молодцы, нормально. Секунда, выход. Осквернения разбежались. Осквернения разбежались. А, это. И к глыбе идем. К глыбе. Быстро. К личу. Под духами не стоим никто. Сейчас кто от духов сдохнет, тот просто звание мудака будет на весь год, нахуй. Все, прячемся к трону. Прижимаемся и прячемся за личом. Так, помогаем Вилашу. Две цели всего. Вилаша, забери, забери лича, быстрее, быстрее, забери лича. У меня камень был. Захильте, мудаки, блять, хильте получше. Вас шестеро, нахуй. Фулбаф дайте. Ну так пиздец. Все, я забрал. Перебегаем, оскорнение разбежались. Фулбаф быстро обновите, крик на хп обновите. И бежим, бежим уже к портал. Чуть-чуть левее это оскорнение. Или куда-то. Перебегаем. Духи еще полетят до нас, но будет уже комната. Примерно здесь. Так, не зыбку дал. Бафы обновите, пожалуйста. Не вижу пристабафа, сука. Не вижу... Так, каска есть. Все, пристабаф быстренько дайте. Не вижу, блядь. Духи летят. Кто там? Есть синтек, нахуй. Мудак, нахуй. Наверное, я тоже залазал. Захильте синтека. Синтек, ты тут? Какого хуя ты стоишь, блядь? На портал идем. Нет, он бегает. Вон он, блядь. На портал идем. Пойдем направо. Направо, сука, за звездой поворачиваем. За угол заходим здесь. Пробегаем, еще бомба сзади падает. Внимательно смотрим. Пробегаем, бомба сверху падает. Мы пробежим, она это, пока еще активироваться будет. Все, везде нормально, все стоим. Ёбаный в рот, блядь. Ты потеешь? Стеночки идем. Пиздец. Стеночки идем. По стеночке идем, по стеночке идем. Тихо, нахуй. 5 секунд, выход. Все, бомбы нам не грозят. Секунда, выход, осквернение, сейчас черепок отбегаем. Разбегаемся. Осквернение, не, быстро разбежались оттуда, быстро выбежали. И к личу идем, к личу. Все, все, там дух один. Так,
Жнец. Все, сейчас вызов духа 20%. Хуярьте лича сильнее. До берсы у нас 2 минуты. Еще одна комната, и надо добивать его. Все, значит, сейчас вызов. Блять, может быть, даже добьем. Берсерк 7 показывает. Да тихо, блядь. Берсерк, значит, недостойный, нахуй. Оскорнения разбежались. Так, на край немножко его. Чтоб духов на краю вызвал. Вот духи. И готовимся бежать. И будет, будет комната сейчас. Немножко пойдет. Вот она комната. И запомните, когда с комнаты выходим, к трону идем. Потому что духи здесь возле портала. Всю комнату внимательно. Звездочку. Я уже на портале. Прогружаемся. Идем сюда. Идем сюда. И налево. За звездочкой. Пробегаем, пробегаем. По стенке идем, в стенку сжимаемся. Слева бомба может хлопнуть. Пробегаем дальше. Вот та точно заденет возле стены вас. Все, уже в звезде нормально. Все, дальше пробегаем. Все, рейд фуловый, все, заебись. Пробегаем быстро. Быстро пробегаем далеко за звездой. Далеко. Бомбы рядом. Все нормально. Так. Давайте вот тут в углу стоим. Вот тут в звезду, сука, встали, не вперед. Вот, теперь проходим за угол. Теперь за угол. Быстро, быстро. Шевелимся, блядь. Все нормально, успели. Выход, оскорнение. Войда захилить. Скорее, черепок отошли. И сюда идем. За лечом. Быстро, 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 быстро уходим. Все, теперь духи летят. Прячьтесь у ступенек. У ступенек быстро к лечу перебежали. Прячьтесь. Я не зыбку даю. Все, добивайте 1%. Нормально. По 30 секунд до берсы. Минус один получается. И то он, блядь, не в начале вылетел, он уже на второй вылетел. Не, я хорошо, что я не. Я осквернил не вылетел. Меня... Так, теперь. Это был план капкан. Избавиться от рогов. Великая победа, Орды. РЛ 1000 увлажнения вообще, блядь, красавчик. Это теперь тихо, ребята. Давайте сейчас лутик разберем, и там уже как будем кока лететь, попиздим. Смотрите, значит, задаю вопрос. Значит, топа, хочешь коня? Не, отдай Биг Дэма. Так, ты же хотел отдать. Так, Вадикон, хочешь коня? Не, я не пользуюсь. Точнее. Так. Синтек. Да давай, давай, я согласен. А уже, уже поздно, блядь. Синтек, мне хочешь? Тоже конь не нужен, у меня мотоцикл охуенный. Хорошо. Биг Дэм, хочешь коня? Где он там? И тишина. Конь, это конечно, хочу, просто раз говорю. Все, все, тебе закину коня. Это, Биг Дэм, у меня такой вопрос. Ты же нас бросать не собираешься, там ни оф никакой, никуда не уходишь. Вот если забросить, то полностью забросить. Он сейчас коня лутает и удаляет игру. Нет, ты мне, нет, ты мне просто по чесноку скажи, ты, ну как, это, я понимаю, там работа, работа, там, ну, да, у нас нет, просто реже, да? Реже играю сейчас, просто реже играю. Ну, реже это, ну, хотя бы вот на Геру, там, на ОКЗС, ты постарайся, там, хуй знает. Уж похуй, там, как-то, блядь, те, которые, это, не квартально, но на главных боссов, типа, старайся приходить. Так, ладно, ну, Биг Дэм тогда. Я тут, если нужен. Плюс, брат. Плюсуйте, дам сейчас всех ассистов. Плюсуйте те, кто на замене сейчас и позвича получите. Так, лич у нас, надо посмотреть, блядь. Там лич пал. Еще побить его надо. Сейчас я гляну, сколько там ИП. Так, 25 гер, лич, где он? Косарь, да? Так, косарь. А мне ИП чисто за лича дадут? Кому? Ну так, Мидарк. Мы же только сегодня лича так, убили. Кто принял КД? Зохан принял, Мидарк. Да, да. И кто еще принял? Ну, этот был, да, у них КД это было. Так, Мидарк за КД сейчас. Так. Бля, прикольно как-то. Мне понравилось. Да, нормально, молодцы. Да все нормально, просто видите, вот это вот то, что на первой фазе было, то, что вот это вот. Все, даже, блядь, без напыла все проходится. Просто получается, надо. Блядь, под конец слагало, пиздец, я думаю, мне пизда. Получается, да? Дело было в сопротах. Роги не нужны. Короче, смотрите, там сейчас глора моя лежит, нахуй. Получается, дело в паровозах. Ну да, давай. Сейчас посмотрим, повезет тебе. Я надеюсь, блин. Чё, Касиму? Да. Там плюсовал кто-то на ИП, алло, блядь, в гильдии? Не, всем похуй, кроме Седжу. Седжу плюсанул. Седжу плюсани, кто там еще, блядь? Плюсуйте.
Зокхан. Не те, кто в рейде, ты в рейде. Мне надо те, кто не в рейде. А, сори, сори. Мэдфокс, наверное, домой поехал, как обычно, с работы. Мэдфокс ушел. А Продекс был, ну, в рейде там. А Продекс тоже ушел. Ну, они это, они не ключевые игроки, они не зарешали. Убили-то мы. Остальные что, получается, не были на замене, да? Какой это со мной трай? Первый? А, это в натуре с первого трая лично. Дело вот все. Она, вот она, ачивка. Вот твоя Глора. Че, Глора, реально? Надо было за руку. Да, как и просил. А че? Да, еще и файн. Есть у кого-то квесты на осколки тут? Да, конечно. Ну я так просто спросил. Ой, тут такая очередь за эти осколки. О, шкатулочку получил. Там даже несколько. А чей сундук? Так, Лингрен, тебе в подарок еще этот завоеватель. У меня их там уже 7 штук лежит. Значит, ты... Ну вообще я тоже его хочу. Кого ты хочешь? Да ничего, ничего. Коня хочешь? Ну ты эту сотку не нажми. Да не, ну коня все хотят, брат. Я не знаю. Ты про коня? Нет, я про арбалет. А. Ну ханта нету, нахуй, по ИПС. Кто по двору хочет? А чё, а, конечно, дают, да, там кому-то? Да. Конь по консулу идет, так что, ну. Будьте в гильдии долго, как эти пацаны, блядь. Да не, я ж ничего, я вообще он, блядь. Ты ради не только еще, и ульбаху, что меня взяли. Ну, это, видишь, тебе повезло просто. Ну, такие ситуации бывают, что люди там то болеют, то с работы, то на работу, блядь, разное же бывает. Так, что там? У кого? Биг Дэм, да? А тебе куда, нахуй? Ты уже, блядь, 5 штук помолотал. Или это пятый? Пятый на Армсана. Точно? Ты уверен? Может, бидону дадим, блядь? Армсон. В смысле, знаю. Ну, хочешь, давай бидону. Ты, не, это... Ты сам подумай. Ну, типа, бидон хил, может, его апнуть. Ну, я не знаю, ты и так крутой, блядь. Ну, короче... Если бидону сильно надо, то... Бидон... А так бы я на Армсан взял просто пятый кусок. Бидон дать тебе? Нет. Ну, я не знаю. Бигдэм вроде разрешает. Бидон... Опа. Громко. Ладно, давай бидону дадим, хули. Я думаю, ничего страшного. Еще это выпадет говна это. А вот что за тренировочный шарт сейчас такое? Вот, кстати... Ой, я сейчас коня получу. Кровь Сильваны. Что такие? Что это выдается? А как конь свеча называется? Поводья непобедимого. Непобедимого. Да, дай керсори. Эксперт. Так, ну... Ну ты 10 нажал, он получается 100. Так, слышишь, это что? За половинку будем кидать, да, наверное, на миликов, но потому что у них это анимейт. Ты мне вообще за 10% отдавал. Да? Ну там есть вар. Ханта не было. Так, ну тогда давайте за 10, потому что ну реально... Да? Его вроде бы как бы и не бьешь, то есть, ну, имеется в виду, что ты... Это не мейн. Тот-то до хрена. Да, 600 духуища будет для этой хуйни. А вот ханту, оно как мейн. Все, с этим разобрались, сейчас я Глору буду чарить. Это, значит, смотрите. Давайте Вока пока лететь, ребят. Да, ну, летим Вока, Локи, там, Мифик, Притон, летим Вока потихоньку. Ну, кому надо перекурить, там, минуток 5. Магам спасибо за портал. Так, давайте. Мне, короче, это уйти надо, так что замену ищите. Кому надо, идите, это самое, сейчас кого-нибудь найдем с ачивкой. Ну, если не найдем, то, не знаю, в ЗС пойдем. Ну, или в РС, я хуй знает. Я пойду пока зачарю. Так, кто там дышит? За чаем пойдем. 24 тела закроем. Не знаю, кто дышит, кто-то с активацией. Слышишь, что грима?